Постоянная комиссия по вакцинации в Германии рекомендовала применять адаптированные к омикрон новые вакцины для повторной вакцинации. Специалисты советуют первую бустерную прививку взрослым от 12 и старше, а вторую – людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, медикам и жителям домов престарелых. Берлинский зоопарк объявил, что планируют строгую экономию во всех помещениях. Так больше не разрешают оставлять наклонные окна для проветривания. Освещение по максимуму уменьшают. Также снижают температуру воды в аквариумах и воздуха в вольерах. К примеру, в загоне для жирафа температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов. Для животных, чтобы уберечься от переохлаждения, оборудуют тепловые точки. Установлен минимальный режим работы в водотоках, фонтанах, водопадах. В домиках для птиц меняют лампы на светодиодные. В Германии составили рейтинг самых развитых городов. Статус самого умного получил город Гамбург. На втором месте оказался Мюнхен. Замыкает тройку самых развитых Дрезден. Для анализа эксперты исследовали информационные технологии, уровень мобильной связи и интернета, окружающую среду, энергетику, административные услуги, онлайн-сервисы для граждан, мобильность и развитие общества в целом. И о здоровье. Врачи рекомендуют есть тыкву, сало и кефир, чтобы не заболеть осенью. В сале содержится большое количество арахидоновой кислоты, которая повышает противовирусные свойства в организме. Еще один продукт с неочевидной пользой – это тыква. Она содержит огромное количество каротиноидов и микроэлементов, которые очень выраженно укрепляют иммунитет. Влияет на иммунитет, по словам врачей, и кефир. Он изготавливается с использованием кефирных грибков, которые укрепляют иммунитет посредством нормализации микрофлоры.